Место для выгула собак на улицах Якутска. Эта тема обсуждается не раз. Но жители Гагаринского округа решили эту проблему, взяв ее в свои руки. Продолжение в следующем сюжете. «Я и мой питомец» – так называется островок, который начнет объединять хозяев четвероногих друзей. На торжественное открытие пришли люди с питомцами самых разных пород собак. Теперь они могут видеться по вечерам, общаться и обмениваться опытом. Площадка появилась полностью по инициативе горожан, в частности, собаководов округа. «Они по-другому относятся к своему округу. Они относятся с огромной любовью. И они будут за этим, за всем вкладывать свою лепту, ухаживать за всем этим. Но я думаю, что это прекрасное событие, несмотря на то, что сегодня погода пасмурная. А вот на душе солнце». Благодаря неравнодушным жителям и общественникам место для отдыха было построено за неделю. Она представляет из себя территорию со скамейкой в виде таблетки и двумя навесами. В начале сентября мы здесь начнем устанавливать мафы для собак. То есть мафы — это малые прикормные формы в виде лестниц, колес разных для дрессировки, для выгула собак. Теперь самое главное, чтобы это место было живым, чтобы время там проходило приятно, и зависит это от самих людей. Жители Гагаринского округа призывают другие округа и микрорайоны присоединиться к такому движению. И не обязательно, чтобы это были места для собаководов. Это могут быть тематические площадки, где будут собираться люди с общими интересами. Аэлита Никулина, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.